Маша, здесь вы жили до войны? Да. Это дверь, это дом? Да. Вот это окно, кухня. А там два спальня и комната. Отсюда вас забрали в гетто? Да. Тише, пожалуйста, не снимай. Что случилось? Кто вы такая? Выйдите отсюда, нахуй. Сейчас выйдем. Сейчас быстро! Давай! Чего вы гоните? Это по государственной приехали и фотографировали. Вы здесь кто? Я никто. Ну так выйдите отсюда. Сейчас я его выйдем. 5 минут и выходим. Сейчас, брат, не 5 минут. Сейчас я выговорю. Брат. Вот я тебе, брат, открыл. Ну выходи отсюда нахер. Вон отсюда. Давай. Ну, если да. Приехали здесь, мужик, приехал какой-то это самое, снимает по истории Голокоста. Ну, отлично. Целый, где целый. Она до войны жила? Посмотри на нее. Там они не встали во дворе. Кто вам открыл вообще? Соседка, хозяйка. Какая? Где здесь хозяйка? Да. Хозяйка открыла. Ну, неужели непонятно? Котя, давай пацанам сюда будем выгонять. Да давайте мы выйдем уже. Снимай, снимай, быдло.